Юлия Волкова в очередной раз собралась под венец. Экс-солистка группы «Тату» уже дважды сочеталась с браком. Однако ни к чему хорошему прежде это не приводило. Певица не переживает по этому поводу и готова надеть свадебное платье в третий раз. Ее новый избранник – бизнесмен Влад. О том, что экс-татушка и предприниматель начали встречаться, стало известно еще в 2010 году. По слухам, торжество запланировано на весну этого года. Популярная российская актриса Екатерина Вилкова на днях впервые стала мамой. Малышка появилась на свет в одном из московских роддомов. Родители назвали девочку Павлой. Напомним, что Екатерина вышла замуж за актера Илью Любимова весной прошлого года. Сегодня 27-летняя Вилкова – одна из самых востребованных актрис в России. Только в прошлом году в прокат вышло 6 фильмов с ее участием, среди которых «Свадьба по обмену» и «О чем еще говорят мужчины», где актриса сыграла Анжелу Викторовну.